я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю в вашей воле меня услышать и понять. Чего хочу? С какой целью открою душу вам свою? Какому тайному веселью, быть может, повод подаю? Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови. Желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признания, пение, все-все, что выразить бы мог. Ты в сновидениях мне являлся незримый, ты мне был уж мил, твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался. Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел. И в это самое мгновенье не ты ли, милое виденье, в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью? Не ты ль с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты? Мы ангел ли, хранитель или коварный искуситель? Мои сомнения разреши. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Другой. Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То в вышнем суждено совете, то воля неба я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном, и день, и ночь до новой встречи. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами. Внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть, вот блаженство. Но так и быть. Я сам себе противиться не в силах боли. Все решено. Я в вашей воле и предаюсь моей судьбе.